привет, друзья! С вами Кеник и новая игрушка Чекайте! Winner Survival. Короче, что-то там зомби-война. Тут вообще тут все связано с драконами. Стартуем! Стартуем здесь мы. Можно брать, смотрите, женщину, либо мужчину. Потом прям с глазом одним, либо без глаза, с бородой вот такой вот лютой. Это, наверное, банально, да? Красная, черная. У меня черные волосы. Вот такой вот. В таком вот причесоне пойду. Не, слишком стильный. Зализанный. А это как прям настоящий охотник на... Опа, чё, какие мечи, а? Смотрите, какая анимация. Просто. Так, пошли, гнали. Погнали дальше, ё-моё. Не вижу мышку. Все, старт. Чё-то плиз... Подождите, сейчас, что тут у нас здесь просит? Есть хорошее приложение. Короче, ребят, стартовая игрушка, вообще недавно мы ее нашли вместе с Джамилей. Что она будет, что, как вообще в прорисовке, что и где будем это все вместе смотреть с вами. Роли не имеют быть пустым, пожалуйста. А, надо еще имя ввести, елки-палки. Не знаю, английский здесь пока... давайте Кеник, конечно. Старт. Стартуем. Английский язык у нас здесь. Не знаю, английский либо нет. История дракона. Давным-давно жил Каско Станислав. Horizon что-то, да, тут делает, да? Когда он погружается в горизонт. Короче, мы не будем тут играть в игры. Здесь обучение. Здесь пройтись, да? А, типа, мне плохо. Хромаю. Вы видали, что дракоша полетел? Не знаю, она онлайн, либо не онлайн. О, тут вообще прям взять. Обыскать. Столько чудищ нас сожрало. Что здесь? А, это бинты. Вы смотрите как. А, бинты, если чекаешь, да? То... Ой, как резво побежал сразу. Это кто? Волки? Это зомби? На раз, на два... Блять, это кто такой? Ты чё такой здоровый? Кто ж драться с тобой? Он меня завалит. А отхил идёт у меня или нет какой? Чё за дела-то? Или так предначертано судьбой? Я его завалил. Изи. А зомби-то идут? Это не изи. А, ну у меня блатной меч какой-то. Я здесь вообще только на мышке играю. А потом мы развиваться начнем. Смотрите, что, зомби закружился. Там дракон... Это льдом какой-то дракон бьет. Все, мне хана. Пропустить? Пропустить. Нет, спасибо. Так, сейчас мы немножко поднастроим. Так, да, все, продолжаем. А здесь можно присесть? Я что-то... А настройки, можно настройки посмотреть. А, настройки ультра, English. Где русский? Почему не русский? Русского нету. Ну ладно, будем выживать так. Так, погнали. Хлоп. Хлоп. Я вообще, наверное, может дальше надо пробежать? Мне надо просто пробежать, наверное. Тут прям чума целая. Ух ты, елки-палки, какой здоровый бык. Тут прям целая тьма их. Тихо, братишка. Мне надо просто прорваться через мост, наверное. Он меня не бьет. Я первый уровень. Что-то показано сюда, потом сюда. А вот они все вылазят, типа зомби. Да, я просто пробегаю. Ё-моё. Остановись, типа, или что? Тут вот какой-то выход вижу на карте. Все, они как-то заднюю дали. Или что они там делают? На-н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 а. Так, ладно, валим отсюда. Может, и так им... Опа. Стоямба. Забираю. Это типа взять все, да? Я понял. А, рубим этот мост. Руби, братишка, руби. Давай, удар последний. И он пошел к нему, типа.
Стоп, я остановлю типа их. Ты руби, братан. Good job, хорошая работа со стрелой. Он падает за ними. Топор бы хоть оставил, братан. Так, и что же нас ждет дальше? Продолжаем идти вперед или нет? Я убил хорошего монстра или что это? И что дальше? И, пожалуй, на этом все. Ой. А что это надо сделать? Так. Ладно, я понял. Я срубил мост, пацан умер. Что надо будет дальше? Может, тут что бить надо? Очистить блок пока. Блок. Короче, фигню надо очистить. А может, что по крафту тут типа надо посмотреть? Ага. Я бы задонатил, знаете, на что? Я бы задонатил на русский язык. Можно здесь пропустить предысторию, да? Но как-то не очень хочется. О, видите, какая? Какой блатной фраер. Так, музыка, английский. А, кстати, на первом сервере играю, ребят. Это что? Крафт. Ладно, давайте, наверное, я пропущу, потому что я не знаю, что делать. Серьезно, мне надо очистить блокпосты. А как ее очистить? Система, загрузки, атака, контроля. Угу. Так, что-то я вообще не отдупляю. Угу. Ладно, пропускаем. Окей. Предыстория, я не знаю, пишите в комментарии, потому что что там будет, вообще не знаю. Так, первое. Первый день один, у меня упала что-то тут еда. Смотрите, седьмой день тут целую броню дадут. А на почту падает или что? Куда это падает? Так, да, вот это exit-выход. Мне надо что здесь сделать? Нужно, наверное, собрать еду в аду. Это я уверен. Вот здесь слева у нас написано, что надо сделать. Три штучки у нас надо взять. Журнал какие-то, блин. Три штучки лена. Вот лен раз. Так что, в смысле, топора нет уже, да? Все. Чикен-чикен. И пять камней надо собрать. О, пацан лежит, отдыхает. Так, это мое? Это его? Или как? Подождите. А как вот это надо сделать? А, типа сложить? Стоп, нет, подожди. Вот, у меня больше места стало. Так, дальше. Дерево. Он даже не нагинается, вот это прикольно. Камни. Это что, типа он посмотрел. Ух ты, там, блин, зомбари. Так, одно дело я уже сделал, надо камни набрать. Нужно камни и лен. Лен, крафт. Камни, поехали. А, вот это изучить, в смысле, сначала, да, надо? Вы поняли, что? Изучить. Так, ну что, бродяги? Ой, а, это типа разбито сразу, да, стоит? Немножко такая нам, стартовая подсказка. Вот лен. Это вот, смотрите, что, кровать, типа. Это надо все чинить. Я так понимаю, да? Да-да-да, гвозди, доски. Нужно все сюда влаживать. Но для начала нужно собрать камень. Вот он здесь. 5 штук. Ямы какие-то надо. Сугробы. 4. А тут стелса нету, да? Я что-то вообще стелса не вижу. Это какая-то книга. А, это боевой пропуск. Я так понял. Да, боевой пропуск. Вот снизу есть сверху. Дальше что у нас есть? Ну, понятное дело, это донат. Дальше это письма. А, ну типа как слева-справа, да? Да-да-да, здесь, короче, все взаимосвязано. Зомби грызет, что-то тут. Вот так, с плюшки. Все, забираем. Так, мне нужен камень и мне нужен лен. Надо это все дело зачекать. Ты че, брат? Братишка, вот лен забираем.
И один камушек надо. Знаете что, наверное, можно... А где моя... мои камни? Можно их куда-то тут сунуть? Нет, нельзя. А, это разделить. Это разделить. Усе. Хрум, хрум. Прикольно, ледик такой, да? Так, где камень? Забираем все. Ну, графика, мне она очень нравится, но мне немножко смущает то, что язык. О, лиса, смотрите. Она прям агрится, обалдеть можно. Мне не нравится то, что языка нету. И это немножко напрягает. Так, ладно, где камень? Камни, кыс-кыс-кыс. Щит здесь можно ставить, щит здесь можно ставить. Два слота. Вот камушек вижу, где-то здесь большой и жирный. Ой, а, я шкирку себе создал, ё-моё. Ну, рубают прям очень интересно. Так. Следующее задание. Нужно сделать, скрафтить топор и, наверное, кирку. Кирку я уже сделал. Нет, не кирку, это копье. Топор надо скрафтить. Это копье? Ладно, топор крафтим. Крафт такой прям долгий. И копье. А, ага, все, у меня нету места. А где тут, типа, забрать, да, все. Я понял, спасибо. А, так, дальше копье. Но если куда-то все выложить надо, я так думаю. Ну, блин, ну такая немножко цепляет. Ссылочку я обязательно оставлю, ребят. В описании. Там записки лежат какие-то, да-да-да. А можно тут? А вот сундук. Пошел сюда. А что это? Нельзя типа положить? Снег, это снег. А, это, наверное... Ух ты, яйцо какое-то нашел. А снег и книга какая-то. Ёлки-палки. Ага, конечно. Я понял. Все понятно. Так, делаем копье, да? А, это вот то, что мне упало. Здесь можно крафтить. Крафтим копье. Атака 9. Свободные руки, да? Так, дальше. Короче, здесь вот выполняем часть задания. Давайте, знаете, что посмотрим. Слева вот эти... Нужно сделать, вот как я и говорил, кирку. Дальше собрать 5 журналов. Ну, я так предполагаю, это вот это. Да? Нет, это не это. Или надо... Или надо их как-то там собирать. Камень нужно сделать. Это восстановление. Подождите, а это что такое? Или это просто, может, прочитать надо? Или как-то сложить журнальчики эти? Странно, конечно. Ладно, не суть. Нужно собрать камень опять. Здесь вот в крафт, да, можно сразу влаживать потихоньку. Я думаю, это все пригодится. Какой-то зомби вылазит. XP качается. Тут, наверное, надо сразу всех почекать. Ой, даже криты вылетают, вы представляете? Это прикольно. Потому что, блин, мало таких. Зомби как-то передвигаются даже. Вульф. Волк. Где ты? Все, жопа. Ого. Чё ж ты такой серьезный? Копьем давай. Я сейчас сдохну. Ух ты, обалдеть. Вот тебе и на. А почему? А, вот, открылся карман. Хаваем. Забираем. Тут, наверное, тут остался вообще нету. Да, нет, нифига. Ладно, это все оставляем. Эта сумочка открылась. Лопатка тут надо, вот это уже все. По крафту, что у нас здесь есть? Есть какая-то шляпа. Тут это типа надо найти. Это, да, какие-то руны. Давайте выйдем, посмотрим, что у нас наверху. Так, а как оно?
Ага, что-то журнал какой-то нашел, по сути. Так, это выход один. А я хочу выход через второй пойти посмотреть. Главное не жрать желтый снег. Это самое главное правило, ребят. Потому что будет беда. Так, шкура есть. А куда? А, один цвет, один этот только берется, а? К боссами ногами я просто бессмертный. Мне вообще по барабану, что тут снег? Снег? Нет, не слышал. Так, смотрите, что у нас здесь есть. Это локация. Прям я вообще, смотрите, какой графон, а? Блин, и это что, на мобилку, что ли? Это вообще жесть. Это какая-то крепость руины. А это что такое? Это может какая-то тоже бункер какой-то. Village в бункер. Деревня Берг. Чамп. А почему Чамп? Это типа дом? Уж не так? Или как-то по-другому это... Ладно, это роща дерева, типа, да? Сколько энергии? А, вот, энергия 100 есть. Типа, бежать, либо идти. Да, здесь можно найти вот эти все ресурсы. Локация 1, череп. А, это будет у нас идти. Локация тоже 1, череп. А, это тут вообще намешано будет сосновые иглы, типа, и каменный лес. Тут можно добыть, наверное, медь. Я, ну, как бы не особо медиум. Тут вообще какой-то... Это гора вообще. Да, вот тут на гору, короче, можно поднять два черепа. Два черепа — это сложность очень такая хорошая. Можно поднять, наверное, хороший лут. Соответственно, здесь... Ну, короче, можно подняться. А, тут прям смотрите, что... А, после того, как его убьют, ресурсы, рюкзак, труп исчезнут. Ага. Короче, понятно. Вот этим красным обозначает то, что всем хана будет, кто сдохнет после первого раза. Frozen. Вот тут, наверное, что-то прям серьезное. Тоже три черепа. Локация на три черепа. Ну, здесь я вижу корабль какой-то. В переводе у нас тут будет идти замерзшая гавань. Но здесь, обратите внимание, если вы сдохнете, короче, да, блин, плохо, что на английский, поэтому тут все через прогу перевожу вам. А здесь вот написано, после того, как убьют, ну, либо кто-нибудь вас убьет здесь, рюкзак будет сохранен, соответственно, все вещи будут сохранены, замерзшая гавань. А до того, как гавань замерзла, мы могли найти прекрасные товары со всего мира. Теперь мы не знаем, когда станет сухо. Ну, короче, доступны, просто так сказать. А, ну, на карту сами видите. Опа, чё, это какой-то вулкан тут. Блин, ну, крутая игрушка, крутая. Вот насчет онлайна, думаю, что здесь онлайна нет. А что за локация? Типа, что это? Что она у меня здесь? Ну, чамп, типа, чемпион какой-то, да? Так, это где я? Это какие-то купцы тут. А, это где я нахожусь? В лагере. Все, я понял. Разобрался. Так, здесь, если покупать боевой пропуск, типа, тут какие-то редкие ресурсы вам дают. А это обычный, или наоборот. Нет, да, все верно. Вверху, сверху обычный, а снизу по боевому пропуску. По крафту здесь можно поднять прикольные такие всякие шмотки, одежды, тут гвозди, лук, вот это удобная такая, наверное, штука. А вот эта стрела или копье, я так ее назову, которая, да, ледяное, которая пробила нашего чувака. Ну что, господа, я могу сказать вам. Так, здесь я немножко одет, и у меня здесь какое-то крутое яйцо есть. По крафту давайте разберемся. Правда, небольшой здесь такой разбор будет, потому что, ну, сами видите, в жопе мира. Это закрыто, какой-то крутой меч. Наверное, это рецепт какой-то здесь выбивается, потому что наносит вот характеристики здесь написано. Типа драконий какой-то, да.
Да, и вот здесь вот написано, что это чертеж нужен. Чертежи, соответственно, где-то выбиваются. Типа, да, вот тут смотрите, что требуется 42 левел, лук. Тут прям такие все крафты, да. А, вот это типа ферма. А вот, типа, выращивание дракона или что здесь? Какашка дракона надо, какая-то огненная. Ну да, серьезно. Бочка, что-то с добыванием, наверное, воды. Удочка, тут рыбалка даже есть, обалдеть. Здесь какой-то магический алтарь или что это? Сушилка мяса. Пока нам доступно всякое дерьмо. Типа ткани, да, тут это все. Вообще, на самом деле, дома надо это все дело делать. Enter заходим, короче, и просто продолжаем это все действие делать. Вот, ребят, короче, игруха зачетная. Я не знаю, как вам, но мне оно прям, ну, очень. Единственное, конечно... А это язык. Здесь вы, если очень сильно владеете китайским, можете выбрать китайский. А сервер здесь идет, тут время, типа, да, тут что-то тут обозначает. Так, это мой сервер. Это, видимо, настройки. Вот. Пишите комменты, потому что игруха реально крутая. Будем дальше развиваться, и я обязательно покажу, что нас ждет в будущем. Все, ребят, с вами был Кенни, как всегда. Кому понравился данный видосик, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Пока-пока. До новых видосов. Чао. Какао.